Студенты Колпашевского медицинского колледжа получили выплаты за помощь больным COVID-19. В ноябре и декабре прошлого года более 350 студентов 3 и 4 курсов Томского медколледжа и его филиала в городе Колпашево проходили практику в медицинских учреждениях Томской области. Они работали в колл-центрах поликлиник и больниц, сообщали пациентам результаты анализов, консультировали о мерах профилактики вирусных инфекций, работали с медицинскими архивами, доставляли лекарства тем, кто лечился от коронавирусной инфекции на дому. Этой деятельностью были охвачены 48 колпашевских студентов медицинского колледжа. Оперативный штаб по противодействию распространения COVID-19 Томской области направил из областного бюджета почти 2,5 миллиона рублей на единовременные выплаты студентам Томского базового медицинского колледжа за прохождение медицинской практики в период пандемии. Каждому студенту полагалась выплата в размере 7 тысяч рублей.